Мы на Десне под Сенским монастырем. Недалеко от нас святой источник находится. Вот, кстати, святой источник втекает в Десну, видите, маленькими ручейками. Здесь красивые изгибы Десны, поросшие кувшинками ряской. Рыба плещется, поросший лесом берег реки. Тут где-то раньше пристань была, видите, стало бы остались, тут раньше пристань, когда вода больше была, высокая, наверное, в Десне, сюда какие-то баржи, пароходы причаливали. Наш берег тоже очень заросший и довольно крутой. Очень часто рыба плещется, рыбные места, только с мочкой из воды выпрыгивают. Видите, как ручей вытекает? Какое красивое, замечательное место здесь.